Индикатор Supreme Diamond – это новый инструмент для бинарных опционов, основанный на стратегии трендовой торговли. И он не просто генерирует сигналы на графике, а предлагает свою уникальную эффективную методику с дополнительной фильтрацией сигналов. Стоит этот верховный бриллиант $15, и по заявлениям его разработчиков, он может стать хорошим помощником в трейдинге даже новичкам. Что ж, давайте с ним разбираться, и мы напоминаем, что скачать этот индикатор и наш уже настроенный к нему шаблон с лучшими параметрами для торговли можно у нас на сайте, исключительно в ознакомительных целях. Ищите ссылки под видео. У этого индикатора два режима работы – Diamond и Normal Mode. И отличаются они только типом торговых сигналов и их частотой на графике. Выбрать необходимое правило для торговли можно в настройках, используя вот этот параметр. При включении будет режим Diamond, а при отключении Normal Mode. Давайте рассмотрим каждый принцип работы более детально. Итак, режим Diamond. В этом режиме под свечами появляются пурпурные ромбы, указывающие на потенциальные покупки опционов Call. А желтые ромбы над свечами оповещают о возможных покупках опционов PUT. В этом так называемом нормальном режиме внешний вид сигнального индикатора становится очень похожим на стандартный Parabolic SAR торговой платформы MetaTrader 4, где помимо точки входа, обозначенной цветным ромбом, этот индикатор формирует линию, следующую за ценовыми барами до момента их пересечения с ней. Вероятно, этот режим работы был специально разработан для трейдеров рынка Forex, чтобы помочь им эффективно сопровождать открытые сделки. Однако, именно этот режим генерирует больше сигналов на графике. Наши аналитики и эксперты тщательно тестировали эту стратегию на разных таймфреймах и торговых активах, и в статье-обзоре на нашем сайте дана подробная информация и рекомендации по точной настройке каждого параметра и каждой переменной индикаторов Supreme Diamond, а также очень интересно рассказано, по какому принципу стратегия формирует сигналы. Переходите на сайт по ссылке, не пожалеете. Правильная настройка индикаторов этой стратегии позволит получать только точные сигналы для более эффективной и безопасной торговли. Хочется отметить приятную изюминку этой стратегии – дополнительный подвальный фильтр ложных сигналов против тренда – гистограмму Supreme Trend Histo. Этот инструмент выполняет свою работу очень четко и визуально предупреждает трейдера о смене тренда. И когда на гистограмме пурпурные столбики – это указывает на восходящий тренд, а когда желтые – на нисходящий. Основными уровнями этого осциллятора относительно нулевой линии выступают отметки, которые вы видите на экране. Это диапазон, в котором необходимо покупать только опционы Call, а это диапазон, в котором покупаются только опционы PUT. И правила торговли по этой стратегии очень простые. Для открытия опциона Call необходимо: первое, появился пурпурный ромб под свечой. Второе, пурпурный столбик гистограммы находится между уровнями 0, 0.65 и 0.7. Третье, на открытии новой свечи покупаем опцион Call. Для открытия опциона PUT необходимо, чтобы была такая ситуация на графике. Первое, появился желтый ромб над свечой. Второе, желтый столбик гистограммы находится между уровнями минус 0.065 до минус 0.7. Третье, на открытии новой свечи покупаем опцион PUT. Время экспирации 3 свечи, а таймфрейм выбирайте в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на истории. А теперь давайте перейдем от теории к практике и узнаем, как стратегия поведет себя на реале. Откроем два графика в МТ4 и такие же активы в Pocket Option. Наблюдаем. Сигналы достаточно частые, и вот на минутном графике евро-доллара мы видим пурпурный ромб гистограмма осциллятора того же цвета. На открытии новой свечи на долю секунды гистограмма превысила отметку 0.065. Спешим на живой счет покета и покупаем колл-опцион с рекомендуемой экспирацией в 3 свечи. Сигнал гистограммы был нестабилен, едва зацепив рекомендуемое значение осциллятора, но мы надеемся на лучшее.
Да, все сразу пошло не лучшим для нашей ставки образом. Быки отчаянно боролись, но за отведенные 3 минуты все же не справились с медвежьим давлением. Увы, увы, мы теряем $100 на этой сделке. В данной стратегии довольно часты ситуации, когда сигнал появляется, не подтверждаясь значениями гистограммы. Поэтому мы попробуем еще раз поймать системную сделку хотя бы из-за самый кончик хвоста. Вот новый сигнал на пут. На открытии новой свечи осциллятор касается. Ну давай же! Касается минус 0.065, и мы спешим на платформу брокера. Жмем кнопку Sell, чтобы либо закрепить полученный ранее урок в минус, либо заработать на этот раз на нестабильном сигнале Supreme Diamond. Ждем 3 минуты и ускоряем график. На этот раз волноваться не пришлось. Стратегия предсказала отличный импульс вниз, и мы зарабатываем $80. Но давайте же продолжим наш эксперимент. Вот еще один сигнал на кол на евро-долларе. Пурпурный ромб подтвержден уверенным ростом гистограммы осциллятора того же цвета. Пора. Переходим на платформу брокера и покупаем опцион кол с экспирацией 3 свечи. Да, пришлось немного поволноваться. Но сигнал не подвел. После несостоявшейся попытки цены вернуться в узкий флет, ее рост продолжился, и мы заработали еще $83. Подводя итоги знакомства со стратегией Supreme Diamond, хочется подчеркнуть, что это очень любопытный инструмент для бинарных опционов, заслуживающий внимания не только новичков, но и опытных трейдеров. Однако, обязательно проводите любые тестирования стратегий и индикаторов исключительно на демо-счету, не забывая про соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента. А также выбирайте только проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в нашем регулярно обновляемом рейтинге. Подписывайтесь на наш канал, регистрируйтесь на нашем сайте, и вы будете постоянно в курсе свежих новостей из сферы торговли бинарными опционами, криптовалютой и на рынке Форекс. Спасибо вам за внимание, желаем всем хорошего профита и безопасной торговли.